Драма, современная хореография, классическая музыка Рахманинова, Чайковского, Прокофьева. Все это соединилось в мультижанровом спектакле «Князь Владимир». Это история о жизни великого исторического деятеля в его поисках пути сделать Русь сильным государством. Атмосфера этого спектакля такая складывается, что проникаешься, что ты как-то это вот понимаешь, чувствуешь и веришь тому, что происходит на сцене. Детский музыкальный театр «Задумка» и Самарская региональная социально-патриотическая общественная организация «Губерния» стали победителями конкурса президентского фонда культурных инициатив с проектом «Князь Владимир. Самарская страница». Главная идея – продлить жизнь постановки и перенести ее на сцену театра оперы и балета. Спектакль войдет в репертуар «Задумки» и станет культурным достоянием Самарской области. В постановке задействованы 75 детей. Уже вовсю идут репетиции. У нас кроме офлайн показов, то есть кроме того, что будет сниматься все, в смысле, будут зрители смотреть, находясь в зрительном зале театра оперы и балета, у нас еще будет проходить одновременно онлайн-съемка и трансляция для отдаленных, так сказать, населенных пунктов Самарской области. Можно будет одновременно, не выходя из своих классов, детям присутствовать на этом спектакле. Спектакль покажут на сцене оперного театра зрителям с 11 до 18 лет бесплатно. Для этого нужно организовать группы и отправить заявку от школы. Первые показы состоятся 14 марта, 4 и 11 апреля в 12 часов и в 14:30. Мария Елчан, Григорий Плешаков. События.